В этом видео я расскажу вам про аноды полиподия, которые вы можете встретить на витрине нашего магазина. Для тех, кто не знает, что такое аноды, посмотрите, пожалуйста, наше видео. Там все подробно рассказано. Итак, что же такое полиподия и можно ли доверить защиту вашей техники анодам этой марки? В 1953 году в солнечной Италии предприниматель Энрико Полиподио организовал литейный цех, в котором отливались бронзовые винты. Спустя 4 года, в 1957 году, этот цех выпустил первую партию анодов, которые предназначались для местного рынка. С тех пор производство этой продукции не прекращалось. То есть практически 60 лет компания поставляет аноды для защиты водной техники от гальванической коррозии. На сегодняшний день это современное литейное производство, которое сертифицировано по самым жестким требованиям. И хотя производство анодов относительно несложный технический процесс, контроль качества должен быть на высоком уровне. На нашем складе я взяла несколько моделей анодов, чтобы вам показать. Например, этот анод-килек устанавливается под антикавитационную плиту подвесного мотора. Вот такой вот анод устанавливается на вало-линию. Как вы видите, у него есть крепеж. Кольцевой анод устанавливается на редуктор в месте посадки гребного винта. Аноды такой формы могут быть установлены как на лодку, так и на мотор. Для маленьких моторов маленькие аноды, для больших моторов большие. На самом деле я вам показала лишь некоторые модели, ассортимент очень большой. У компании есть вот такой вот каталог, в котором перечислен весь ассортимент. Если честно, я даже не знала, что есть столько моделей анодов. В Италии многие компании носят имена своих основателей, от обувных мастерских до производителей спорткаров. Выпуская продукцию под именным брендом, производитель отвечает за нее своим именем, поэтому в ее качестве можно не сомневаться. То же самое касается и марки Polipodio. Самое главное, чтобы вы смогли найти нужный вам анод.